Всем привет! Вот расцвела моя бакопка. Вот такое вот растение у меня получилось. Еще сегодня утром вот эти вот бутоны были закрыты, находились они вот в таком состоянии. Вот такие шишечки. Надувались бутончики. А уже буквально через час раскрылись вот такие вот цветочки. Конечно, я приятно удивлена красотой этого растения. Чем-то напоминает даже калибрахуа. И нисколько не пожалела, что посадила это растение. Посеяла, вырастила. И теперь вот оно радует глаз. Смотрите, какая красота. Все-все-все усеяно мелкими цветочками, слегка сиреневыми. На видео они кажутся голубенькими, но на самом деле они такого приятного сиреневого цвета. Какие сложности были при выращивании из семянок? Схожесть была хорошая. Напомню, что семена были гранулированные, и из одной гранулки сходило сразу несколько растений. Там от 5 до 7 сразу мелких-мелких всходов, напоминающих такие волосики. Очень мелкие всходы. И из всех было, по-моему, 4 гранулки в пакетике. И вот из всех растений сохранилось у меня 2. Вот это вот развелось прекрасно. Сейчас оно начинает ветвиться. Из серединки у него появляются новые побеги. Второе у меня болеет. При пикировке вот как раз и начались сложности. Когда распикировала, растение замерло. Многие погибли, не пережили пикировку. Первую. Многие пропали при второй пикировке. И почему-то у меня возникли сложности вот с приживанием уже таких подрощенной рассады. И в итоге из всех сеянцев у меня осталось всего 2. Вот это вот уже вынесло на улицу. Всю неделю оно у меня было в тепличке. А второе растение еще находится дома. В таком, ну, не очень хорошем состоянии. Там всего один побег, который никак не хочет тоже развиваться и ветвиться. Думаю, его прищипнуть, поставить на укоренение, а посмотреть, что будет. Будет ли оно дальше развиваться и ветвиться от, ну, корешка и оставшейся части растения. Вот такая вот прелесть. Буду еще обязательно на следующий год сеять это растение. Есть еще другие цвета. Его беленькое есть, беленькие, с беленькими цветочками, насколько я знаю. И, возможно, есть еще с другими цветами. Вот такая вот прелесть.